Всем привет! Вы на канале Антоняшка, и сегодня мы с вами поговорим о трендах YouTube 2020. Забудьте подписаться на мой канал, ну а мы поехали! Первая тема, о которой сейчас знает и говорит весь мир, это тема коронавируса. Вы можете рассказать, как проходит карантин в вашей стране, в вашем городе, чем вы занимаетесь, дать несколько советов, чем можно заняться на карантине. Или же снять такие карантинные влоги, просто домашние, в которых вы рассказываете, что вы делаете, как проходит ваш день. Можете рассказать о вашем дистанционном обучении, если вы тоже учитесь, как и я в школе. Мне вот будет очень интересно посмотреть такие видео и узнать, как проходит дистанционное обучение у других школ и других городов России. Вторая популярная тема – это TikTok. Если хоть одно ваше видео попадет в рекомендации, то приток подписчиков будет достаточно большой. На YouTube вы можете снять видео, например, тренды TikTok, как снимать видео в TikTok, интересные идеи для видео в TikTok и так далее. Ну а теперь давайте проведем небольшую аналитику моего канала. Исходя из этого, мы узнаем, какие же видео популярны на моем канале. Мое первое видео было 25 фактов обо мне. Я уже не раз об этом вам рассказывала. И за больше чем полгода оно набрало 400 просмотров. Меня это много. Дальше я выпускала видео, какие DIY к школе, был влог с Москвы, и они набирали около 100 просмотров. И дальше они не двигались. Затем я уже начала выпускать видео по типу, что в моем портфеле. Я начала даже снимать влог. Блоги некоторые, но они на самом деле вообще не заходили. Самое мое непопулярное 42 просмотра. Это был влог, как я ходила на валяние, что это вообще такое, и вообще это никому не интересно, поэтому больше я об этом, наверное, снимать уже не буду. Однажды я решила записать видео, то, как я делаю себе ногти перед Новым годом, просто покрасила их обычным лаком, и это видео набрало 542 просмотра. И на самом деле, как только я его выложила, там было не так много просмотров. Когда мне уже купили все оборудование для гель-лак, я выпустила свое первое видео, как я переделала свой гель-лак на новый. Это видео набрало 998 просмотров. Только после этого то мое предыдущее, когда я красила обычным лаком, тоже начало набирать обороты. Между этими видео про маникюр я также выкладывала другие, но они не особо так заходили. Сейчас, когда у меня просмотры просто все пошли на спад, я подумала, если не выпустить еще одно видео про маникюр, чтобы оно не было таким банальным, я выпустила видео о том, как я делаю маникюр сестре. Оно набрало 200 просмотров. По сравнению с теми видео, это мало, но по сравнению с ближайшими видео по просмотрам, оно значительно выше. И это еще раз доказывает то, что видео про ногти очень интересно девочкам. Я не могу ничего сказать. Ну а на этом мое видео подходит к концу. Из него вы уже догадались, что видео про карантин, коронавирус, TikTok и про маникюр сейчас особенно пользуется популярностью. Поэтому, если вы не знаете, с чего начать, попробуйте снять видео на эти темы. Думаю, они помогут вам стать популярными и как-то вытеснить вас в рекомендации YouTube. Если это так, то не забудь поставить лайки и подписаться на мой канал. С вами была ваша Антоняшка. Если комментарии открыты, то напишите, какие видео вы еще хотите видеть на моем канале. Ну и всем пока-пока!